Последний раз Виктор Тихонов проезжал верхом на американском бизоне по сочинскому манежу 3 года назад. Тогда дрессировщик получил травму, выполняя этот трюк. Теперь взаимоуважение и партнерство с копытным мощным коллегой налажено. Номер конкурса на бизоне отработан. Вообще дрессуре бизоны не поддаются, их можно научить только слушаться. Но представитель знаменитой цирковой династии дрессировщиков раскусил пристрастие этих упрямых животных. В репетиции у нас есть всякие как бы вкусные вещи, сухарики с медом, с изюмом, на которые они идут что-то делать. Вот это как бы единственный секрет дрессуры с бизонами. Мало того, что оседлали его, и я сделал конкур прыжки через препятствия на бизоне верхом. Это главный, но далеко не единственный трюк. Бизон-шоу – уникальная программа. В ней собраны разные жанры циркового искусства. Клоунада, акробатика, жонглирование и, конечно же, разнообразие животных. Программа новая, программа необычная. Много экзотических животных. Это и бизоны, и яки, и ламы. Много рассказывать не буду, чтобы некая интрига сохранилась. Поэтому приходите, сами все увидите. Все животные не просто передвигаются по манежу, а исполняют трюки. Як Лада, например, умеет ездить на мотоцикле. На тренировки ушло 2 года. Надо было вообще приучить животное к мотоциклу. Потому что выхлопы, выстрелы, дым – это очень опасно. Они же никогда не видели. И сочинский зритель такой номер увидит впервые. Премьера «Бизон-шоу» состоится в эту субботу. Зрелищная программа с участием экзотических животных пройдет в цирке до 26 февраля. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.